Добрый вечер. И как всегда, в конце недели мы подводим итоги. Мы говорим о департаменте городского хозяйства в Одессе. Всю эту неделю мы жили в условиях этого карантина. Безусловно, сейчас очень важно это по максимуму оставаться дома. Введены ряд очень непопулярных мер, которые делают нашу жизнь более скованной и достаточно серьезно остановили жизнь в городе. Это и ограничения в общественном транспорте, это и закрытие развлекательных центров и так далее. Но тем не менее, мы все понимаем, это вынужденные меры. Делаем мы в этих условиях это, чем занимается департамент. Мы уже много говорили о той дезинфекции, которую ведут наши сотрудники. Дезинфекция в общественном транспорте, которая ведется после этой каждой смены. Дезинфекция остановочных комплексов, дезинфекция всех диспетчерских, дезинфекция бытовых это помещений, где находятся наши сотрудники, а также это общежитие и так далее. Мы не стали меньше работать. Все наши санитарные дни как вели, так и ведутся. Пусть они немного в меньшем объеме, но тем не менее мы уделяем этому достаточно внимания. Ставим малые баки в частном секторе, то, что начали делать еще до карантина. Мы ведем, кстати, ежедневную дезинфекцию мусорных контейнеров по городу всех. Мы высаживаем новые зеленые насаждения. Мы не перестаем делать наш город чище и зеленее. Мы выходим на работу, чтобы вы жили в чистом и в зеленом городе. Еще раз хочу попросить вас, это по максимуму оставайтесь дома. Сейчас в этих условиях это очень важно. Я думаю, на сегодня все. Как всегда, если есть какие-то замечания и пожелания, оставляйте мне в Фейсбуке. На все буду отвечать. Увидимся через неделю.